Какова бы ни была их судьба, а она печальна, что бы ни ожидало их в будущем, их страна всегда оставалась одной из самых интересных на всем земном шаре. И уже самый их язык, быть может, требует только большего изучения, чтобы получать все больше привлекательности. Если Писание правильно толкуется, то рай был расположен именно в Армении, которая заплатила так же дорого, как и потомки Адама. Там начала спадать вода после потопа, и вылетел голубь. Джордж Байрон, великий английский поэт. Армения под игом кочевых племен 13-18 веков. В 1221 году 20-тысячная армия монголов вторглась в Закавказье. Разграбив Армению и Албанию, монголы двинулись на Тифлис. В решающей битве армяно-грузинские войска под предводительством царя Грузии Георгия Лаша и правителя Армении Иоанне Закаряна потерпели поражение. Пройдя Закавказье, кочевники проследовали на Северный Кавказ, разгромили половцев, а в 1223 году в битве при Калке разбили отряды русских князей. Собрав богатую добычу и сведения о странах, через которые они прошли, монголы повернули назад. Тюркские племена, которые переселились в Армению при монголах, захватили лучшие земли и начали хозяйничать в стране. Предводитель наиболее влиятельного племени Каракуюнлу, Кра Юсуф, создал свое государство и присвоил титул «Шах и Армен», правитель Армении. Наступила краткая полоса относительно мирной жизни. Армянский народ снова взялся за созидательный труд, восстанавливал церкви, налаживал городскую жизнь. В монастырских комплексах возникли прообразы будущих университетов – вардапитараны, где изучали 7 свободных искусств. Выпускники получали звание вардапета и право преподавать. В 1280 году знаменитый гладзорский вардапитаран превратился в университет, подобно первому европейскому университету парижскому. Он имел 2 факультета – богословский и юридический, и поступить туда можно было только после окончания вардапитарана. В конце XIV века, спасаясь от постоянных набегов кочевников, университет переехал в более защищенный Татевский монастырь, где просуществовал до 1444 года. Последним руководителем Татева был знаменитый философ Григор Татеваци. Традиционная армянская историография обогатилась новыми произведениями. Благодаря истории Киракоса Гандзакицы мы имеем довольно полное представление о событиях XII-XIII веков, происходивших не только в Армении и Киликии, но и на всем Ближнем Востоке. В этот же период возрождение переживала и армянская литература. Самым выдающимся представителем армянского ренессанса в литературе был Григор Нарикаци. Его знаменитая поэма «Книга скорбных песнопений» переведена на многие языки мира. Крупным национальным деятелем и поэтом был Мерсес Шнорали. Период своего расцвета переживала армянская музыка. Именно тогда были изобретены хазы. Специальная система знаков для записи музыки. Продолжались традиции народного театра. На городских рынках и ярмарках давали представления бродячие актеры. В X-XIV веках расцвела армянская архитектура. Были построены такие шедевры армянской средневековой архитектуры, как монастырские комплексы Санаина, Ахпата, Кичариса, Агарцина, Гашаванка. Уникален монастырский комплекс Гегарда, часть которого была вырублена в скале. В больших городах были построены прекрасные церкви, богато декорированные снаружи и украшенные фресками внутри. Особенно выделялся кафедральный собор столицы Армении, города Ани. Его автор – архитектор Трдат, который взялся восстановить разрушенный землетрясением купол храма Святой Софии в Константинополе, когда греческие архитекторы оказались не в состоянии это сделать. Архитектор Манвел создал другой шедевр армянского зодчества – храм Сурбхач на острове Ахтамар. Архитектор Мамик устроил прекрасную церковь Нораванг, удачно вписав ее в горный пейзаж. Хачкары – крест камни,
– это чисто армянский вид каменного декоративно-прикладного искусства. Обязательным атрибутом хачкара являлся крест. Он символизировал древо жизни. И ни один хачкар, даже одного мастера, никогда не повторяется. Каждый из многих и многих тысяч уникален. К середине 15 века экономическим центром Армении вновь становится Айраратская область, а ее новым административным центром – Ереван. В этих условиях встал вопрос о перенесении престола католикоса из Киликии, нового центра армянской государственности, обратно в Армению. Однако католикос Григор отказался переехать из Сиса в Айрарат. И в 1441 году в Эчмиадзине был избран новый католикос. С тех пор и по сей день католикос всех армян имеет резиденцию в Эчмиадзине. В период монгольского нашествия одно из тюркских племен обосновалось в северно-западной части Малой Азии. В 1299 году предводитель племени Осман провозгласил себя независимым правителем и основал государство, которое по его имени стали называть Османской Турцией. В 1453 году турки-османы захватили Константинополь и уничтожили Византийскую империю. Османская Турция превратилась в сильнейшее государство Ближнего Востока, под властью которого оказались балканские страны и вся Малая Азия. В 1502 году в западных областях Ирана шах Исмаил основал новое персидское государство. Объединение Ирана встревожило Османскую Турцию. В 1512 году султан Селим I разбил шаха Исмаила и взял Тебриз. Шах не смирился с поражением. Война с переменным успехом продолжалась почти полвека. Военные действия происходили в основном на территории Армении, которую обе воюющие стороны много раз подвергали новым опустошениям. Наконец, в 1555 году Османская Турция и Иран заключили мир, согласно которому стороны поделили Армению и все Закавказье между собой. Однако мир продолжался недолго, и в конце 16 века османы начали новую войну. Согласно договору 1639 года, линия раздела проходила по реке Ахурян, снова рассекая Армению пополам. Османская Турция и Персия в захваченных ими частях провели административный раздел и установили формы и размеры уплаты подати. В турецкой части Армении страна была разделена на области – вилайеты. Управлял вилайетом назначенный султаном паша. В персидской части Армении административной единицей являлось ханство. Христианское население было обязано платить земельную и подушную подати, которые взимались с большими злоупотреблениями. В суде свидетельство христианина против мусульманина не признавалось. Установление продолжительного мира между Османской империей и Персией было благоприятно для армянского населения. Постепенно восстанавливалось сельское хозяйство. Возрождалось ремесленное производство. Армянские купцы вновь наладили транзитную торговлю с соседними странами. Несмотря на все старания захватчиков, на территории Армении в защищенных природой труднодоступных местах сохранялись небольшие армянские княжества. Наличие островков независимости вселяло в армянское население надежду на освобождение от мусульманского ига. Выдающимся деятелем армянского освободительного движения этого периода был офицер, служивший в европейской армии, Исраэл Ори. Разуверившись найти союзников в Европе, он отправился в Россию. В 1701 году Исраэл Ори представил царю Петру I свой проект освобождения Армении при помощи России. Петр обещал заняться этим вопросом после окончания Северной войны, но неожиданная смерть Ори смешала все планы. Другим выдающимся борцом за освобождение Армении был армянский военачальник Давид Бек, который сумел объединить силы сюникских меликов и осенью 1722 года разгромил объединенные силы мусульманских правителей. В результате нескольких сражений Давид Бек очистил Сюник от мусульманских племен и создал здесь армянское княжество, центром которого стала крепость Алидзор. В 1723 году турецкая армия захватила Тифлис и Ганзак. Другая турецкая армия осадила Ереванскую крепость. После трехмесячной героической обороны турки захватили город, потеряв 20 тысяч солдат.
В 1728 году, после смерти Дэвид Бека, освободительную борьбу возглавил талантливый полководец Мхитар Спарапет. Он отразил несколько новых турецких вторжений, но в конце концов превосходящим турецким силам удалось взять крепость Алидзор. После убийства Мхитара Спарапета освободительная борьба в Сюнике потухла. Несмотря на спад национально-освободительного движения, армянский народ не оставил своих надежд добиться независимости. И эти надежды он связывал с Россией.